Помимо гуманитарной и финансовой помощи, многим из нас нужна помощь юридическая. Как известно, такая консультация стоит немалых денег. А у жителей города есть возможность получить консультацию юриста совершенно бесплатно. Такую возможность 28 февраля предоставили представители отделения помощи семье и детям. В течение всего 2016 года мы работали с ними совместно. Они оказывали бесплатные услуги семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И сегодня мы решили организовать круглый стол. То есть у наших мам и пап возникают в течение жизни различные вопросы, которые требуют именно ответа юридического, да, направления, правового направления. И не всегда у этих семей есть возможность оплатить услуги юристу, адвокату, чтобы получить ответ на свой вопрос. На данной встрече рассматривались вопросы по теме права и обязанности работников и работодателей. По словам юристов, это актуальная тема в наше время. Поэтому вопросов у жителей города накопилось предостаточно. Для того, чтобы оказать консультативную помощь тем, кто ищет работу, кто оказался в ситуации, когда, может быть, незаконно уволили, незаконно лишили каких-то премий, доплат. Выплачивается ли компенсация за неиспользуемый отпуск? Как добиться расчета после увольнения? Есть ли возможность уволиться без отработки? Вопросов было множество от горожан. Юристы внимательно выслушали каждого и дали свои профессиональные ответы по выходу из сложившейся ситуации. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев. Новости.